пятницу в Самарской области облачно, преимущественно без осадков. 12-14 градусов тепла днем, ночью 6-8 выше 0. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 11, ночью плюс 8, южный 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 13, ночью 9 с плюсом. Ветер южный 5 метров в секунду. В Самаре облачно и без осадков, плюс 14, в дневное время ночью плюс 7, южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 50%, внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.